У нас нет другого выбора. Это наш город, мы его любим. А мы прятались в подвалах. Вот подвалы тут не оборудованы, но мы там прятались, там сидели. Волонтеры нам привозили еду. Здесь что-то особенное. То, что невозможно объяснить. Характер, черта характера, привычка. Ну, я здесь родилась, здесь живу. Я даже не была ни разу за границей. Я только Харьков, все. Петруша, Петя. Это Петя. His name is Петя. Даже если будут самые худшие условия, мы все равно выживем. Без света, воды, газа и всех коммунальных услуг. Это харьковчане. Ну, мы жили здесь нормально, никого не трогали. И вдруг эта война. И все в один миг, все разрушили, все разбили и все сожгли. Мы никого не трогали, мы мирные люди, мы хотим жить мирно, дружно. И это самое, и в своем микрорайоне. Нам хочется жить тут, вот, в своем микрорайоне, в своей квартире. Люди возвращаются, а возвращаться некуда, все сгоревшее. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.